Всем привет, ребят, еще раз. Ну, это не все. Что могу вам сказать? Еще я полазил, показал вам видосик. Можно забирать. Дается у нас три попыточки. Вот так вот. То есть я вторую забрал. У меня через 2 минуты еще одна за прохождение локаций. Сейчас посмотрим, что у нас дальше поменяется. Но это еще не все. Самое интересное будет впереди. Угадайте, что. Видите, у меня не зря книжечка. Здесь. Не, ребята, это не бесплатка будет, но это будет реально очень приятный бонус. 1200. Скидка 20%. И я считаю, это обалденная темка. Не знаю, как она будет, но видите, 3 дня она здесь есть, и на русском сервере то же самое будет. То есть на всех серверах будет роллинг. Я не знаю, за 450 скидки нет, но за большой роллинг будет скидка 20%. То есть они хотят, чтобы я там свои там на русском 2 миллиона, на английском 7 миллионов типа по скидке потратил, хренушки. В общем, вот так вот. Давайте попробуем, что у нас получится. Кенти. Ну, как видите, падает легенда, но падает хреново. Но 1200. То есть они поставили 1200 и подкрутили шансики. Ну, один герой падает, стрелок. Ну, плюс-минус. Фрэнки. Вот два героя тоже бывает. Ну, такое себе. Ворожей. Ну, что я могу вам сказать? В принципе, скидка довольно-таки неплохая. 300 самов, по сути, вы экономите. То есть, вот о чем нам говорили, что будет, типа, увеличен и будет везде. Я надеюсь, на русском сервере это тоже реализует. Рогатка. Ну, в общем, можно ролить. 1200 скидочка... Просто супер. Можно было и 50% сделать на скидку. Почему бы и нет? Могли бы хотя бы там на один день это сделать, чтобы люди хотя бы хоть потрешивали. И сделать коллекционер в этот день, чтобы люди насладились этим всем. Но они, к сожалению, этого не делают. По крайней мере, у нас на русском сервере это сегодня. Вот так вот. Что там у нас еще пишут в Castle Clash? Скин дракона. Сейчас я зайду на Facebook. Посмотрю. Что там такого интересного? В общем, пишите в комменты, что вы думаете. Как по мне, действительно, хоть как-то они нас побаловали. Ну, вас точнее. Меня-то они и так балуют админ-панелькой каждый раз. Сейчас я Facebook, я уже. Посмотрю, что там на Facebook делается. Интересного. А, кажется, с драконом что-то не так. Ну, я думаю, вряд ли. Это дракон похож на Анубиса. Хотя, подождите, а может это какой-то будет прикол новый? Типа два героя в один, в одного. Кто его знает? Типа какие-то новые плюшки. Короче, фиг его знает. Не знаю, ребят. В общем, вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну, роллинг, реально, скидка 20%. Один герой падает легендарный, но, как видите, такое, не более одного. То есть, они сделали скидку и поставили, ну, два, а героя нам падало там, ну, три. Ну, посмотрите, я уже нормально поролил, и нифига. Кенди... О, 3, Трифит, Кенди и это. То есть, ну, такое себе. Но все равно скидка есть. Вот две рогатки вытащили. Короче, вот такие вот, ребятушки, пироги.
Так, забрал я плюшки. Больше всего радует то, что есть бесплатный Анубис. И он теперь будет у всех. Вот это радует. Все остальное, честно говоря, такое себе. Но, опять же, это того стоит. Стоит однозначно. И скидочка довольно-таки неплохая. Так. Что у нас тут по плюшкам? Давайте откроем вот ради интереса 4 этих сундучка. Ну, камешки, книги. 20 книг, я вам скажу, для бездоната это реально очень круто. Очень круто. Так, надо пооткрывать, поосвобождать места. Что-то у меня тут захламилось все. Надо будет заняться. Докачаю на английском. Аккаунт. Я его так докачаю с такими темпами, как они вводят обновы и новые плюхи. Это жесть. Но 4 дня скидки, в принципе, я считаю, это довольно-таки неплохо. К сожалению, опять же говорю, на русском сервере коллекционер сегодня его не будет. На английском повезет, будет то и то. Здесь тоже, возможно, будет коллекционер. На русском, к сожалению. Печально все. Так, 13 сумочек. Бум, 115. Нифига себе не вытащил. Половинка всего лишь. Обалдеть. Жестко, жестко они со мной поступили. Так. Что у нас тут еще такого интересного есть? Почистить. Кстати, надо будет сюда сбегать. Вообще не бегал. Интересно, сколько здесь рейтинг. Знаете, самое прикольное будет, если дадут какие-то скины, возможность использовать. Это реально будет жестко. Тут уже даже по 4 набили. Надо будет пересмотреть немножко тактику. Ну, еще раз за 1500. Паладин. А еще 1500. Кинди, ну, как видите, падает. Такое себе. Скидку типа дали, но шанс урезали. Посмотрим, как оно будет на других серверах. Я надеюсь, что будет нормально, потому что хотелось бы. Ну и так, какой нафиг Анубис для всех, скин для всех, коробка для всех, плюшки для всех, бесплатно. Что еще хотеть? Еще возможность получить фонд. Что там у нас по времени? Получится, не получится. Нифига не получится. Ну, я думаю, кто-то по-любому вытащит. Посмотрим. Возможно, на каком-то сервере другом вытащу. Но я думаю, его будут уже продавать. Это чисто так, бесплатная акция. В общем, вот такие вот, ребятушки, пироги. Такс. Очень интересно уже посмотреть обнову, окончательный вариант, посмотреть, что там будет. Все-таки что будет с этими скинами, я не знаю, как-то скрещивать героев будем или что. Какая-то ферма у нас начнется здесь. В общем, вот это интересно. Все остальное это такое. Так, отлично, карта. Блин, помню, раньше эти ремки я скупал, там мучился. Сейчас смотришь, это просто такой хлам, сколько мы времени убили всего на ковке. Пятая ремка с ковом, это было, у блять, восьмые за копейки продают. Такс. Ну, давайте еще напоследок. Бум! Гаргул. Ну, еще. А еще. А еще Космо, ребятушки, вот так вот. Все-таки есть смысл этого роллинга.
Мы получили космо. Обалдеть. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосы. Всем удачи, всем пока.